Черт, банда, посмотри! Посмотрите на это! Здесь просто кровь! Черт! Черт, мне прям это не верится, банда! Господи! Нет, Вуди, господи, банда, он просто убегает! Че творим, про меня зовут Сэр Кернис, и просто сразу же переподписывайся на мой голосовой имя Суприм Банде! Самый лучший банде на ютубе, ведь бро, при Андреме Суприм, банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я говорит, вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами! Ты что, подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей Суприм Банде, в самый лучший банде на ютубе, бандит! И также сегодня со мной видео снимает Настя! Эй, бандиты, в прошлом видео мы поймали Вилкинса, да, ту самую живую Вилку с истории игрушек 4. А перед этим Суприм Банда мы поймали живого Вуди. Да, Суприм Банда такое было, я думаю, вы это видели. И Суприм Банда, Вилкинс в коридоре, Вуди в моей стороне машинки, и знали, что мы сегодня сделаем. А банда, вы не поверите, то, что я хочу сегодня сделать. Я хочу разрезать живую игрушку Вуди. Да, Суприм Банда, думаю, будет интересно увидеть, что же будет в живой игрушке Вуди. Окей, Суприм Банда, тем не менее, мы ждем 30 ночи, чтобы Вуди ожил. После чего мы его разрежем и посмотрим, что же находится внутри. Три живой игрушки, Суприм Банда, думаю, будет очень интересно. Погнали! Окей, Суприм Банда, на часах ровно 3 часа ночи. Самое время для того, чтобы ожили живые игрушки. И Суприм Банда, вам не послышалось, я реально хочу разрезать живую игрушку Вуди. Вот на этом столе мы уже раньше разрезали другие игрушки. Такую как Соника, Эксей, Банда, да, я думаю, вы помните. И также мы разрезали еще игрушку убийцы, любимую игрушку убийцы черноглазого ребенка. А еще Пикачу, Банда, 3 игрушки мы разрезали. И после того, что мы находили во них внутренностях, просто ломалась психика. Я без понятия, что будет находиться в живой игрушке Вуди. Но мне реально очень интересно увидеть это, Банда. Окей, но для начала нужно пойти забрать Вуди из стиральной машинки. И по идее, Банда, он сейчас живой. Именно поэтому я возьму вот эту вот сетку, чтобы если что, его сразу же словить в нее. И он уже с нее никак не сможет выбраться. Надеюсь, она нам поможет, Суприм Банда. Что ж, Банда, сейчас мы идем к стиральной машинке, чтобы забрать Вуди. О, Настя, идем только тише. Потому что там находится бутылка рукой форки. Он может запросто нас услышать, Суприм Банда, и у нас будет огромная проблема. И Банда, то, что происходило в прошлом видео, это было просто жесть. Когда он ожил, он просто хотел выбраться. Это было реально жестко, Банда, потом еще пришел форки. Черт, советую посмотреть вам это видео. И Суприм Банда, знаете что? Давайте на это видео наберем 1000 лайков. Ведь Суприм Банда, мы самая сильная банда на ютубе, значит, что правильно. У нас должно быть самое большое количество лайков, именно поэтому, бандит. Опускайся, держи ставь царский лайк. Ведь 10000 лайков, Суприм Банда, такое видео должно быть. Мы сейчас реально разрежем живую игрушку Вуди. Окей, Суприм Банда, вы не поверите, но Вуди все еще здесь. Он реально не смог выбраться, Банда, и видите, он там просто лежит. А я говорю, что здесь будет надолго. Мой план с прошлого видео сработал, он реально не может выбраться с этой стиральной машинки. А черт, Банда, почему же он не двигается просто? О, Банда, вы это видите, посмотрите! Он встает, черт, Суприм Банда! Он реально поднялся, господи! О, черт, Банда, посмотрите, что происходит! Он просто встал и куда-то смотрит! Черт, он смотрит на то, где открывается стиральная машинка! Похоже, он хочет ее открыть! Банда, это просто жесть! Господи, Вуди, нет! О, черт, Суприм Банда, это просто жесть! Вуди реально живой! Я думаю, вы уже в этом на 100% убедились, потому что видели, он просто встает с стиральной машинкой и что-то делает, господи! О, черт, Банда, посмотрите! Он уже просто сидит, он все еще смотрит на этот открыватель! Он, наверное, ждет, что сейчас придет Вилкинс и откроет его, Банда, как в прошлый раз. Но Банда, Вилкинс находится в соседней комнате, он просто не сможет выбраться из-под коробки. Господи, Банда, самая настоящая живая игрушка, черт, посмотрите. Он встает, Банда, вы это видите, что он делает? Черт, он что пытается открыть? Нет, Вуди, даже не думай об этом, черт. Это реально страшная игрушка, Суприм Банда. Просто жесть. А, черт, Банда, посмотрите. А, господи, вы это видите, он реально хочет выбраться. Придавил и держу, господи. Черт, давай назад, Вуди, нет. А, да. О, господи, это просто жесть, Суприм Банда, вы это видели? Он реально живой, хотел выбраться. Он смог ее как-то открыть, я без понятия, как он это сделал. Я в шоке, вы видели это? Он реально чуть не отсюда не выбрался. Я не знаю, как он ее открыл из середины, это практически невозможно. Но он как-то это сделал, он просто открыл вот эту ручку, вот так и все. Суприм Банда, нужно реально все быстрее сделать, потому что Вуди может запросто отсюда выбраться, как показывает практика. Окей, Суприм Банда, я даже как-то не сообразил, чтобы воспользоваться этой сеткой. Тем не менее, Банда, мы идем сейчас к форке, смотреть, что же он там, Банда. Настя, ты видела, что только что вытворял Вуди? Да, это просто видела. Жесть, он еще пунее, чем прошлый раз. Он уже просто хочет как-то выбраться. Черт, я уже не знаю, что делать дальше, Банда. Нужно быстрее проводить наш эксперимент. То есть разрезать Вуди, Суприм Банда. Банда, тише. Форки здесь. Вот под этой коробкой, Суприм Банда. Окей, нужно быстрее посмотреть, что с нами происходит. Окей, Настя, быстрее поднимай. А, это просто жесть, Суприм Банда. Сейчас мы, возможно, увидим снова Форки. Надеюсь, он не убежал. О, господи, смотрите. Он там, Настя! Черт, видели это, Суприм Банда, Настя, он там, реально! Окей, Суприм Банда, Вилкинс все еще у нас! Получается, все еще отсюда не убежать, реально круто, Банда! Что ж, Банда, быстрее нужно идти брать Вуди, чтобы уже его привязать! И, наконец, его разрезать, Суприм Банда, реально интересно, что же находится в живой игрушке в середине, внутри! О, господи, быстрее, бежим, Банда! Окей, Суприм Банда, быстрее, идем, уже хватаем Вуди! Нужно скорее его разрезать, потому что он может запросто отсюда выбраться, Настя! Окей,
Окей, суприпады, сейчас нужно быстро как-то открыть стиральную машинку и сразу же выхватить Вуди. Окей, есть, все, пады, я закрыл. О, да, пады, я закрыл проход, все. Теперь Вуди отсюда уже точно никак не выберется. Вуди, даже не пытайся рыпаться. Да, суприпады, есть. Есть, пады, я смог. Окей, суприпады, мы снова поймали Вуди. Из этой сетки ему уже не так просто выбраться, банда. Окей, суприпады, просто посмотрите на его глаза. Они такие живые. Я бы и не сказал, что это какая-то игрушка, это просто живое существо, банда. Оно так жестко выглядит. Окей, суприпада, быстрее, идем уже привязываем к столу, потому что он сейчас может просто начать вырываться. Окей, банда, по идее, он уже отсюда никак не выберется, потому что эта сетка это для него самая настоящая тюрьма. Если он хоть как-то сейчас начнет двигаться, рыпаться, он просто еще сильнее себя завяжет здесь. Окей, суприпада, теперь он никак отсюда не выберется. Скорее всего, он уже здесь да очень долго. Что, суприпада, теперь просто нужно взять нож его как-то разрезать. Я буду его разрезать здесь посередине, вот так вот, чтобы сразу же открыть все его внутренности и посмотреть, что у него там внутри. Да, Вуди, как тебе такое? Мне прям в это не верится. Мы сегодня узнаем, какие же внутренности в живой игрушке. Черт! О, господи, нет! О, черт, вы это видели, банда? Он только что просто приподнялся. Настя, ты это видела? Да, я видела. Черт, нужно быстрее его как-то здесь закрыть. А, нет, черт, банда, вы это видели? Он просто поднимается. Господи, банда, оно реально живое. О, господи, банда, все просто выходит из-под контроля. Нужно быстрее уже брать нож. Черт! Окей, суприбанда, какой из ножей? О, в принципе, вот этот подойдет, суприбанда. Что ж, Вуди, ну что, ты готов? Окей, суприбанда, я просто сейчас его разрежу. Куда он тебя видел? Он просто куда-то взлетел. Черт! Настя, ты это видела? Он просто куда-то пропал, суприбанда, это просто жесть! Черт, суприбанда, мне прям это не верится! Мы снова потеряли Вуди, я не знаю, куда он делся! Он просто подпрыгнул и все, больше нигде нету, его реально нигде нету, банда! Мы смотрели на шкаф, его просто нигде нету! Вилкинс! Черт! Быстрее, Настя, быстрее! О, черт, банда, все-таки спас его, посмотрите! Нигде больше нету Вилкинса, черт! Вуди все-таки смог спасти Вилкинса, как в прошлый раз спас Вилкинс Вуди! Черт, банда, что делать, куда они могли деться? У нас есть какие-то предложения? Я не знаю! Черт, мы просто потеряли обоих живых игрушек, что дальше делать, Настя? Мы даже не разрезали Вуди, суприбанда! Нужно походить их поискать по дому! Не думаю, что они куда-то выбрались, банда, потому что сейчас 3 часа ночи, дом закрыт снаружи! Я не думаю, что они куда-то бы убежали, банда, они где-то здесь, в этом доме! Черт, суприбанда, куда не посмотришь, Вуди где? Нет, это просто жесть, даже в типу коробки их нету. Что теперь делать? Я не знаю. О, погоди, Настя, смотри. Там открыта дверь. Суприпада, они что, в туалете опять? Господи, они в прошлый раз там были. Настя, быстрее идем, только тише. Черт, суприпада, это просто жесть, нереально. Где-то здесь в туалете, я прям же в таком шоке. Эй, ну как? Посмотри в ванной. О, никого нету? Господи, это просто жесть. Посмотри в унитазе на всякий случай. Ак, здесь никого не вижу. Окей, банда, я реально да не вижу Вуди и Вилкинса. Не знаю, что теперь делать. Что если они просто куда-то пропали, банда? Черт, суприбанда, нигде их нету. Окей, суприбанда, они просто куда-то ушли и уже нигде не видно. Я уже не знаю, где их искать. Может быть, они просто куда-то убежали. Окей, Настя, возвращаемся назад в другую комнату. Может быть, они уже где-то там. Черт, банда, их нигде нету. Настя! Они пытаются убежать, смотри, они вот сверху! Быстрее! Настя, быстрее, пытайся его как-то достать! Черт, суприбанда, они просто пытаются убежать через вентиляционную шахту! Настя, быстрее! Быстрее, работай! Господи, Настя! О, черт, я уже иду! Настя, быстрее! Господи, Настя, тебя просто душит! Я взял ее, давай! А, господи, какой же он сильный! Где Форки? Форки сбежал! Черт, давай! А, есть, банда, мы поймали его! Покажи шею! Господи, он просто тебя схватил! Черт, банда, я его держу! Господи, Настя, быстрее, быстрее идем! Форки убежал, суприбанда! О, черт, быстрее, Настя! Это просто жесть, банда, господи! Скорее, скользь, Настя, скорее! Давай, Настя, скорее, я держу его! Давай, быстрее! О, да, Вуди, ну что, ты готов? Быстрее, Настя, давай, он сейчас опять убежит! О, господи, какой же он сильный. Черт, нет, Настя, давай быстрее, посмотри. Он пытается выбраться. Окей, суприбанда, мы прицепили Вуди к столу. Теперь уже никак не убежит отсюда. Ну что, Вуди, как тебе такое, что ты теперь скажешь? Черт, банда, вы это слышали, что он только что сказал? Что-то на английском я не совсем понял. Ну что, Вуди, ты готов? Так, скорее, банда, нужно взять нож и просто разрезать Вуди и посмотреть, что же его внутренностях. Банда, Форки просто сбежал. Я уже не знаю, где он, но они пытались сбежать через вентиляционную шахту. Форки сбежал, Вуди у нас, банда. Мы все-таки кое-как смогли его спасти. Вуди увидел, что мы его заметили, он просто набросится на Настю. Вы это видели, банда? Это же просто сносит башню. Быстрее, нужно разрезать Вуди. О, господи, банда, мне прям не верится. Реально, мы сейчас вот здесь вот разрежем Вуди. Мне уже интересно посмотреть, что же находится в живой игрушке в середине. Окей, банда, на счет 3. 1, 2, 3. О, да, банда. Окей, суприбанда, вы посмотрите. Здесь уже есть кровь, банда, вы видите? На ноже кровь, Вуди, в середине была кровь. Черт, банда, я просто дальше его разрезаю. Это просто жесть, суприбанда. Банда, мне прям это не верится, посмотрите. Он реально кровоточит, суприбанда, это просто жесть. Господи, вы это видели, банда? Господи, банда, посмотрите. Здесь просто кровь, черт. Я разрезал Вуди, суприбанда, вы это видите? Получается, что Вуди на самом деле живой. Посмотрите на это. Там реально кровь, банда. Господи, банда,
просто посмотрите! Мы реально разрезали Вуди, самого настоящего Вуди! И у него начало идти кровь из середины, посмотрите, наконец, на ша! Вуди, да что с тобой не так? Нет, да просто заткнись, Вуди, я уже не могу тебя слушать! Черт, он реально живой, мне его жаль, банда! Окей, я уже вижу, что там внутри есть, вы видите, это банда? Там уже что-то видно, черт! Слышите? Там что-то банда есть, что-то пластмассовое! Я уже что-то вижу, посмотрите! Что это такое, Суприм Банда? Суприм Банда — это кременной череп в середине Вуди! Господи, банда, это просто жесть, посмотрите! Это же реально череп! О, банда! А что если моя теория правда? Это реально череп другой игрушки! Банда, это просто жесть! Что если Вуди так сильно жалел для того, чтобы быть первой игрушкой, самой любимой игрушкой? И он просто убивал всех остальных игрушек! О, господи, это реально страшно, банда! Но это всего лишь не череп, это ничего не значит, банда! Давайте посмотрим, что там еще есть внутри! Господи, банда, я еще что-то вижу. Что-то, что еще похоже на череп, Суприм Банда, господи. О, господи, банда, посмотрите. Это же еще один череп. Банда, это второй череп в крови. И почему они все в крови? Банда, это просто жесть. Ой, я еще что-то чувствую, банда. Господи, нет, пожалуйста, нет, только не это, банда. Это еще один череп. Третий череп, Суприм Банда, кто мог подумать? Получается, теория правдива. Вуди реально убивал других игрушек, чтобы быть первой, самой любимой игрушкой. И всего лишь что осталось от тех других игрушек, это черепа. Господи, что там в нем еще есть? Или нет? Это реально жестко, банда, мне при этом не верится. Мы реально разрезали Вуди. Черт, Суприм Банда, это просто жесть. Последний удар нужно нанести Вуди. Черт, мне при этом не верится, банда. Господи. Ха-ха, я все-таки спас Вуди. О, черт, Настя, ты это видишь? Да, я вижу. Господи, это просто жесть, Суприм Банда. Господи, банда, Фурки все-таки вернулся за Вуди. О, черт. А, банда, вы это видели? Они просто убежали. Господи, банда, они убежали. Где они? Настя, ты их видишь? Черт, Суприм Банда, они куда-то убежали. Но где они, Настя? О, они здесь, быстрее! Господи, Суприм Банда, я им клянусь, они где-то здесь, но где? Неужели, неужели они снова через вентиляцию убегают? Банда, черт! Нет, Вуди, господи, банда, он просто убегает! Посмотрите, он просто убегает через вентиляцию, черт! Вуди! Настя, ты это видишь? Что я делаю? Черт, он просто убежал, банда, это просто жесть! Вуди и Форки просто убежали, черт! Все, что мы смогли оставить от Вуди, это всего лишь эти черепа от игрушек. А что, если это какой-то черепа База Лайтера, банда? И посмотрите, у нас еще осталась шляпа Вуди. Господи, и все, что осталось от Вуди, банда! От Форки у нас вообще ничего не осталось, банда, они просто убежали через вентиляцию. Это реально жесть, например, банда, видели, как живые игрушки убегают. Черт, банда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков, банда! Я покупаю живую игрушку База. Да, думаю, будет интересно увидеть, как же он выглядит в реальной жизни. И Суприм Банда в ботком, и ты за прошлое видео. Господи, какие они шикарные, просто ниже комментарии. Эй, брат, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, то всего тебе нужно там опуститься ниже. Нажми на свой лайк, колокольчик и все, брат, уже в моем видео. Но про комы не забудь. Эй, бро, помни одну. Оставайся к моим шикарным. Пока!